Заслуженного деятеля искусств в России. И вот художник работает и как театральный художник, и как живописец в разных манерах. Но вы знаете, когда я увидела его работы, первое, что мне пришло вот так в голову, что удивительная гармония разлита в его работах. Мне тут очень близко такой стиль. И знаете, ощущение было от выставки удивительное. Я побывала, как я пообщалась с прекрасным миром, с очень интересной личностью, с гармоничной личностью. И когда я увидела эти картины, естественное желание было как-то откликнуться творчески. И так возник замысел того произведения, которое вы сейчас услышите. Вот картина называется «Ароматы утра».
Также называется и пьеса, которая возникла как бы по впечатлениям этой работы. Пьеса сейчас будет исполнена, она закончена месяц назад. Мне очень хотелось поделиться радостью, потому что, в общем, у этого художника очень интересные замыслы, он интересно работает в разных манерах, как я сказала. И у него в этом месяце будет еще одна выставка. И я думаю, что каждый, кто потом подойдет поближе или уже подходил, почувствовал и прелесть этой живописи. Действительно очень живой, это живой мазок, это живая птица, это живое дыхание человеческого естества и природы, вот человека и природы. Тому же посвящена и пьеса, которую вы слышите. Я хочу, сегодня будет первое исполнение, представить исполнителя вам. Сейчас на сцене будет очень интересное трио, на мой взгляд. Балшан Уразбаева, флейта, Якубаускас Альгис, флейта, и Оливия Сквара, фортепиано. И как бы эта картина будет озвучена? Это, я думаю, что вот когда исполнители начинали работу, показалось, что это очень трудная композиция, она действительно нелегкая. В таких деталях можно было не увидеть общего, целого, так же, как вот в этой картине, если глядеться, изумительные детали, но и прекрасное целое. Я надеюсь, музыка как-то все-таки, может быть, как-то отражает то, что вот в этой картине есть. И мне хотелось бы, чтобы вот в этом трио прозвучала еще одна пьеса, которая называется «Скерца». Я представляю исполнителей, попросим их на сцену. Следующая пьеса «Скерца».
Thank you.
Я хочу попросить стать художник. Здесь присутствует Андрей Борисович Кноблер. Вот чтобы все видели автора этой замечательной картины. Желаю ему доброго здоровья и радовать всех замечательными выставками почаще. И в заключение вечера сейчас прозвучит партита в трех частях для виолончели и рояля. Первая часть называется «Капричо», вторая «Интермеццо» и третья «Токатино скерце». Я хочу представить заслуженного артиста России, лауреата международных конкурсов, замечательного пропагандиста современной, и не только современной, но и композитором очень многим обязаны, замечательного виолончелиста Александра Загоринского. Thank you.
коллег. Они все очень хорошо потрудились, потому что мы знаем, что у нас всегда мало времени, но они уделили большое время тому, чтобы выучить, сделать программу. Спасибо им огромное. И все они поют музыку замечательными музыкантами, художниками.